Здравия желаю, бойцы. Сегодня было большое нарушение от бойца. Причина. Уничтожение лата пилотов. Сейчас происходит работа гвардии. И кого-то ищете? Так точно, нарушитель. Это не тот клоун, который стрелял сейчас? Да. Там, где за базой. Не за базой, не он за базой, был под... Он латы расстреливал. Ваши, кстати. Жесть. Так. Ищите его по всей базе, разделите. Так точно. Как товарищ найдете, капитан, разрешите обратиться? Точно. А что сейчас происходит, что вы кого-то ищете? Поиск нарушителя. А можно его позывной? Может быть, как-нибудь вам помогу с этим? Прекрасно. А он к какому подразделению относится? СТ. Все, уже не надо. Понял? Уже нашли. Да? Понял. Сейчас происходят разборки над бойцом. Надо делать тебе? Никак нет. Можете повторить, Тима, пожалуйста? Тебе я не буду повторять. В таком случае я не могу исполнить ваш приказ, товарищ командир, потому что обязательно должно быть здесь трое. А, да, нас обязательно должно быть. Выйдите кто-нибудь из ваших, или, не знаю, из 41-го, из бата. Я недавно сюда зашел. Мне абсолютно на вас, мне все равно, да. Вот, в таком случае я не могу исполнить ваш приказ, товарищ командир, поскольку вы не можете его повторить. Бля, давай я вот в личный коммуникатор напишу вот вам, товарищ сержант, чтобы вы вот этот приказ выполнили. А в чем проблема его озвучить? Ну, как бы... Приказы отдаются строго, громко и глаза в глаза. Тут съемка видео запрещена, блядь. Камеру вырубай нахуй! Если вы про рядового рекрута. Вот этого, командир-сержант-майора, это уже не ко мне. Ничего, он отправлен в дисциплинарный блок. Для отработки. Сейчас происходит допрос пилота об этих инцидентах. Какой именно? Ладно.